Дума Нижнего Новгорода вновь переходит на дистанционный формат работы, сообщает агентство «Время Н» со ссылкой на Думское управление по связям с общественностью и СМИ. В последнее время депутаты собирались очно, и на заседание допускались докладчики и журналисты, но в июне вновь было принято решение уйти на удаленку. Теперь заседание можно будет смотреть на YouTube-канале Гордумы. Напомню, что на протяжении нескольких месяцев прошлого и этого годов из-за пандемии COVID-19 народные избранники принимали участие в заседаниях комиссий по видеоконференц-связи. В целом в нашем регионе меры еще достаточно щадящие, пока нижегородцам лишь рекомендовано перейти на удаленку. А вот в Ивановской области все оказалось гораздо строже. На въезде в город выставлены блокпосты, а все приезжающие обязаны отсидеть 14-дневный карантин.